Сейчас время 9:21. Вы не поверите, но я уснула где-то в 4 с чем-то. Извиняюсь, что у меня там бардак на голове. И только сейчас встала. Я не должна опоздать на работу, но я должна подготовить Дианке подарок. Потому что сегодня она уедет, мы уже не увидимся. То есть она поехала на экзамен. И потом вернется сюда, но я уже буду на работе. Поэтому вот такие делишки. Помните мой подарок, который я хочу подарить? Ну, я подарю Диане на Новый год. Это вот такое вот полотенечко, наборчик Merry Christmas написано. И набор для ноготочков. И я говорила, что у меня мама еще приготовила подарок для Дианы. Как она приехала. Так, что это такое? О, футболка. Вот подарочек сам. Оп. Вот, смотрите, какой мама приготовила подарок. Вот он в таком пакетике. Там сладости разные. Сейчас я вам открою. Вот. Тут пряник, как Макнеха любит. Символичный, с годом. Кофе и конфетки. Вот. Собственно говоря, вот этот будет мой подарочек Макнехе на Новый год. Плюс открыточка, которую я вчера, наверное, Макнеха ее видела, но я не особо думаю, что она акцентрировала на нее внимание. Поэтому я ее сейчас напишу, быстренько заверну. И побегу на остановку, потому что я что-то сегодня вообще уже дальше некуда. Все, сейчас сделаю красивенько и покажу вам. Я буду очень плохой подругой, но я буду Макнеха. Когда-нибудь ты посмотришь эти видосы, когда я уже смогу кому-то это раскрыть, и ты узнаешь, что я хочу тебе положить это в чемодан, чтобы ты не знала, что я тебе что-то подарила. Дай просто, пожалуйста, пусть будет так, что ты ничего не узнаешь до того, как ты приедешь и откроешь. Все, я вот так вот замотала подарочек. Но этот будет вот так просто, потому что смысл его заматывать, не знаю. Мамин тоже, уже пакетик есть готовый, так что все. Встретимся на работе, надеюсь, я не опоздаю. Время сейчас 9:28. Вот такую открыточку я выбрала Макнехе. И вот, нарисовала тут кактус и написала несколько поздравлений. Все, встретимся точно теперь на работе. Пойду ложить, класть подарки и ухожу. Убегаю. У меня есть пара минуток, чтобы переодеться. Я офигеть как успела. Еще мне какой-то парень преследовал, моряк в форме моряцкой. Я такая думаю, о-о, что-то за фигня. Вместе со мной автобус забежал, напротив ехали, что-то руку ложил так же, как и я, в карман, потом в телефон. Я убираю телефон, он убирает телефон. Потом я пошла перекресток переходить, пошла в другую сторону. Он пошел к перекрестку, потом пошел в другую сторону, потом пошел со мной. Я такая думаю, чего, что творится вообще? Сейчас буду переодеваться. Сегодня никуда не поеду в оптику. Где моя сумка? Не поеду в оптику, поеду 30-го подарочки, потому что я что-то как-то устала, у меня голова как-то болит даже. И я хочу выпустить видосик все-таки отдельно. Сначала думала вместе, вчерашнее, сегодняшнее, но потом сейчас думаю, что все-таки отдельно. День рождения Макне и сегодняшний день, чтобы дневничок был правильно. Все, сейчас переоделась и встретимся уже в конце смены. Я хочу уже, чтобы закончилась эта смена. Телефон с собой брать не буду. Спасибо, мне хватило. 16:21. Это еще не конец. Вы мне присылаете вопросики, я еще не ответила. Я отвечу, скорее всего, 30-го, когда у меня будет свободный день. Я уже никуда не буду носиться, не бегать. Сделаю видосик, кстати, отдельный. Именно к вашим вопросикам. Так что, если вы хотите что-то спросить у меня, не знаю. Может, есть такие. Так что спрашивайте, я отвечу, если вам интересно. Все, я побежала обратно, а то у меня уже перерыв заканчивается. Сегодня опять салатик кушала. Все, встретимся в конце смены. У-у-у. Времечко 19:42. Я буду собираться домой. Меня отпустили раньше. Сейчас у меня полтора часа была какая-то профориентация.
или аттестация, что-то такое. Это типа по поводу премии, там каждые 3 месяца. Я сейчас прилизанная, как дурочка какая-то. У меня что-то сегодня на телефон пришло смс, типа списание с карты 7000 рублей. Хотя у меня не было таких денег, я такая, чё? Причем на тот номер, на который, не тот, который прикреплен к карточке, я думаю, это какие-то мошенники, и там еще было написано, типа, для связи позвоните туда-то, туда-то. Я думаю, никуда я не буду звонить. Сейчас я хочу взять что-то с собой домой, покушать, потому что я теперь в одиночестве полном буду. Поэтому возьму, хочу креветки взять, типа, последние дни, так сказать, покушать. Не знаю, может, ничего не возьму, может, у меня реально минус на карте. Ну, хотя я в этом очень сомневаюсь. Фух, короче, поехали домой. Уже дома посмотрим, что да как, кому что и бла-бла-бла. Макнешка уже уехала, у нее там поезд буквально через... Сейчас я скажу. Через 17 минут у нее поезд. 8. Так что дома я буду одна. Все, погнали домой, чтобы видос не был таким долгим. Я так и знала, блин, вот зараза. Прихожу я такая сейчас с работы. Ой, ну, приехала, то есть, говорю. С автобуса вышла, у меня уже язык вообще заплетается. Время 21:13. Я уже позвонила папе, чтобы он шел на скайп. И я уже вижу, что мне оставила Диана в подарок. Я сейчас разговаривала с ней по телефону, она пока еще не приехала, типа, зону... Как она называется? Мережа, как по-русски? Сейчас, секунду, у меня это слово всегда не на русском языке в голове. Так, зона. Зона досяга... Фу. Связь, вот, пока связь не пропала. Или не связь. Ладно, не суть. Что она мне тут оставила, блин? Она мне купила динозаврика, блин, Макне. Боже, где она отрыла такого стрёмного? Ой, офигенно, смотрите. Смотрите. О, динозаврик у меня теперь такой страшный есть. Блин, класс. О, с ёжиком, офигеть. Всё, динозаврик, ёжик. Кедик мой фиолетовый, который я хотела, она помнит. Я, кстати, сейчас по телефону говорила, типа, ну что, мне кедик купила? По приколу. Блин, обалдеть. Фиолетовый. У меня просто один из моих любимых цветов фиолетовый. Он реально на кед похож. Обалденно. Мои любимые. Офигеть. Зеленые. И попить. Палпи. А, еще. Так, ёж. Хорошего... Отдохни на каникулах. Спасибо тебе, не грусти. Скоро увидимся. Макне. Макнас? Маклас? Маклас. Маклас почему-то. 2018 год. Вот такой зайчонок у него тут. Попка еще. Вот такая. А еще тут пришли 2 посылки. Помните, когда в ноябре как-то был что-то распродажа и на Алиэкспрессе или что-то такое? Из всего того, что я заказывала, пришло только вот 1, 2 и вот 3. Я не знаю, что там такое пока что. Давайте сегодня откроем. Вот, но единственное, что я знаю, что тут где-то иголки есть для вышивания, и все. Все, я сейчас переоденусь, буду разговаривать с папой, потом вернусь. Все, я поговорила с папой. Сейчас я хочу покрасить волосы темным цветом, который у меня был, а еще куплен давным-давно, чтобы время не терять. Вот. Вот этим вот. Я как-нибудь отсоединю челку, вот этот кусочек, и сзади волосы, которые у меня светлые, я их тоже как-нибудь завяжу и буду краситься и смотреть дорамку, досматривать, потому что хочу, если мы начали с Макнехой в этом году смотреть дорамку, значит, надо досмотреть ее в этом году, не оставлять на следующий. И потом смонтирую вчерашний день, когда Макнешке был день рождения. И потом мы уже... Тогда я уже скажу, что да как, у меня как обстоят дела. Сейчас времечко... Времечко... Сколько времечко сейчас? И мой телефон... Далеко... Время 9:30. Все, встретимся чуть попозже. 22:29.
Я тут сижу такая, как какой-то, не знаю, на петуха похоже. Кошмар. Ну, что поделать, как есть, так есть. Я сразу накрасила, короче, темным то, что надо, тут светлым и сзади светлым. Не знаю, что из этого выйдет, как я вообще буду это смывать. Руки все уже вон черные. Сейчас буду монтировать вчерашний денек. И как раз где-то в 11 пойду смывать все. Так что вернемся еще чуть-чуть попозже. Времечко уже 23:48. Я уже покушала. И буду... Ну, сейчас загружаю видео вчерашнего дня Макнешкиного день рождения. Вот, оно загружается еще. Параллельно смотрю дорамку. Ну, пока оно грузится. Отдыхаю. Волосы высыхают. Мыло, я не знаю, сколько по времени, наверное, не знаю, минут 20 точно. Я там внизу проторчала. Честно говоря, мне нравится то, что у меня вот тут полоска, это, знаете, но я ни у кого такого не видела еще. Вот, так что я, не знаю, мне нравится, как я придумала. Вроде как посветлее стало по поводу затылка, но точно не могу сказать. Но вроде бы как светлее, не знаю, видно будет, нет? Вот, но он не такой рыжий, как был. Они мокрые еще вообще полностью. Так что пусть сохнут. Хотела сегодня... А, взяла, короче, с собой вот... Я тупица. Взяла с собой вот эту штучку, которую я покупала, оттеночный вот такого цвета, пепельный блонд. Оказывается, эта штука надо... Моя русский понимать. Эту штуку надо наносить либо на сухие, либо на влажные волосы. Они у меня полностью пока сырые, ну, кроме челки уже. Вот. И челку я, наверное, буду еще красить, осветлять. Но это уже потом, в будущем. То есть именно вот это место будет всегда у меня светленькое. Не знаю. Меня прикалывает. Я к этому спокойно отношусь, поэтому мне нравится. Отличительная черта. Непонятно чего. Ну ладно, у каждого ведь свое, все нравится, каждому по-своему. Господи, что я говорю? Так вот, вот эту штуку надо наносить, это как бальзам, на 20 минут. То есть его надо опять поднять волосы темные, которые у меня, и на 20 минут оставить на волосах, потом опять смывать. Поэтому завтра перед тем, как пойти в душ, наверное, все-таки пойду с утра, подниму свою задницу снова. И перед тем, как пойти, прям вот нанесу и, не знаю, посмотрим, получится у меня что-то или нет. Еще мне надо вот это вот отмыть будет, вот которое у меня на висках осталось, краску, потому что это ужасно смотрится. Я знаю, у меня всегда такое, у меня руки просто не с того места, поэтому вот. Я что хочу сказать, если вам что-то нравится, если вы хотите что-то сделать, да, делайте это, потому что, ну, это ж круто. Мне захотелось вот тут сделать белую полоску. Ну и пофиг, что на меня будет, может, как-то странно смотреть. Ну, чтобы сказать, что прям ах, как отреагировали у меня однокурсники, те, которые, ну, на одном курсе у меня 3 группы, да они никак не отреагируют, типа всем пофиг, а мне нравится. Поэтому, не знаю. Это прикольно, ну, забавно, согласитесь. Я буду 100 раз, наверное, эту фразу повторять. Ладно, буду смотреть дальше дорамку. А когда выпущу 168-й денёчек с Макнешкой, сразу буду монтировать сегодняшний денёк за 28 число. У меня сегодня, кстати, Катя ещё день рождения. Это моя лучшая подруга. Ну, это так, чисто для информации я сказала. Всё, так что вам я желаю спокойной ночи. Уже следующий день я начну сегодня с ночи. Так что еще раз доброй ночи вам пожелаю. И до завтра. Пока-пока. Отвечу на вопросики 30-го. Я постараюсь. Честно. Всем пока. Так, стоп. Я совсем забыла открыть мои посылочки, которые пришли с Алиэкспресс. Кстати, помните, я говорила, что Костя, с которым я ходила на практику, он
соизволил все-таки мне отдать книжку, потому что мы как-то поругались. Ну как не поругались, просто мы договаривались, что 2 недели будут книжки у него, и 2 недели я на каникулы себе заберу, потому что на этих 2 неделях у меня вот постоянно была работа и тому подобное. Вот. Первая посылочка у меня вот. Иголки, как я уже говорила. Вот, в итоге он на меня наехал, что типа какого фига я должен тебе что-то приносить. У меня все планы там, типа, из-за тебя порушатся. Но я на него тоже так немного наорала, потому что, ну, блин, так не делается. Так вообще не делается. Тинтя! Чумарю! Ко мне пришла соджу, бутылочки соджу, это сережки. С бутылочками, смотрите. Вам видно будет? Здесь видно. Вау. Такие милые. Кюпта. Кюпта, это по-корейски мило. Скорее бы уже выходные. Ну, блин, вот эти новогодние каникулы, что я могу поехать и могу заниматься корейским буквально каждый день, потому что я все тетрадки отдала, мне даже никакой тетрадки не осталось, чтобы сейчас почитать. Вот такая посылочка. Я не помню, что там. Что я брала. Вообще, есть догадки какие-то, но я не думаю, что это оно. Что-то больше ничего нет. Вау! Оно так замотано клёво, смотрите. Ну, нет, немного плоховато. Но будем надеяться, что оно работает. Оно же работает. О. А, нужны батарейки. В общем, это такая штука. Сейчас я принесу телефон. Я даже не буду ничего вырезать, пусть будет как есть. Что вырезать, я что? Какая-то это. Но это я пока не буду отклеивать. Это, по-моему, так вот крепится на телефон. Да, вот так. И вот эта штука светится полностью. Типа селфи можно клевые делать. Вот, я покажу. Вот, смотрите, вот так вот на телефон одевается. И она загорается. Во. Не знаю, как горит, если честно. Потом как-нибудь дома найду батарейки и посмотрим. Вот, вот эти, вот этот учебник он мне должен был принести. И, ну, он передал Диане, потому что я не приехала, Диана сегодня экзамен стала, я говорила, чтобы она взяла тетрадку, ну, спустилась на вахту и взяла. И вот здесь в книге он мне отдал 500 рублей. А, мол, типа, Диане сказал, что передай Ангелине, типа, она поймет, типа, там деньги. 500 рублей. Серьезно, лучше, знаете, лучше бы ничего не давал, чем вот эти деньги. Потому что, вспоминая ту историю, которая произошла... Блин, камон! А вот этот синий цвет, я не знаю, когда я буду пробовать. Не знаю, пока... Может, даже на лето оставлю. Может, на следующей неделе покажу, я не знаю. В общем, вот такие вот дела. Все, теперь точно. Я вам желаю спокойной ночи, а сама пойду смотреть дорамки, не знаю, когда усну, приберусь тут немножко. И все. Давайте вместе зачеркнем сегодняшний день. Сегодня у нас было 28-е, забываем про 28-е и переезжаем в 29-е. И еще, так, колпачок надо закрыть, так, бам. И вот здесь у нас остается 3 дня до дома, так что мы закрашиваем 4-е. И послезавтра мы поедем домой. И наш календарь 72 дней перестанет существовать. А я ведь помню, как я вот здесь стол стоял. Вот тут вот. Я чертила вот эти вот квадратики. Наконец-то! Как быстро летит время. Честно, я счастлива. Я хочу уже домой. Все, я много уже болтаю. Все, до завтра. Пока-пока.